Так, вот частота реза, смотрите. Я покажу, как пилит пила гарлик мягкую и твердую древесину. Сначала распилю сосны мягкую. Так. Теперь покажу, как твердую древесину пилит. Частота реза по дубу даже лучше, чем по сосне. Эта пила больше для продольного пиления, поэтому продольно она пилит отлично, а поперек не очень. То есть сосну еще более-менее пилит, а дуб уже с трудом. То есть эта пила больше для продольного пиления.